Бесполезная вода. Жители элитного района Кунгей уже 10 лет не могут устранить аварию водопровода на своей территории. Люди не раз обращались в уполномоченные инстанции, но решить проблему до сих пор не удалось. В ситуации разбиралась Аида Ибраева. И вот эта вода, она так вот далеко, да и убежит, там образует озеро. Из-за слоя снега размах протечки воды на территории 14-го микрорайона Кунгея не так заметен. Но, как говорят очевидцы, летом здесь можно даже купаться. На протяжении 10 лет крупную аварию на местном водопроводе никто не устраняет. Сколько раз обращались, Караганды-СУ звонили по вот проблеме того, что у нас вода это пробита и вода постоянно течет. Водоканал оправдание находит в том, что говорят, что мы не стоим на балансе именно. И, соответственно, не стоим на балансе у города. Хотя все эти налоги, все полностью, мы все оплачиваем. Это никому не нужно. В какую организацию только не обращались. И в городской акимат, и в районный. Дальше мы просто не доходим. И кто нас пустит-то? Как говорят жители элитного района, на их обращение в Караганды-СУ отвечают коротко. Кунгей – это частный сектор. Частный сектор. Мы же горожане. Мы же жители Караганды, мы налогоплательщики, также платим налоги, в бюджет все отчисления идут. Ну, что за отношения, вот непонятно. Однако представители Караганды-СУ утверждают обратное. По их словам, никаких жалоб от жителей Кунгея не поступало. Водопроводные сети по адресу Кунгей, вторая очередь, 14 квартал, 12 участок на балансе Караганды-СУ не состоят. Эти водопроводные сети были построены потребителями за счет собственных средств. Ликвидация утечек на таких сетях, которые не состоят на балансе Караганды-СУ, может быть выполнена только в счет платных услуг. На данный момент, то есть по состоянию на 7 февраля 2012 года, в аварийную службу юго-восточного участка, который обслуживает этот район, заявок на утечку по адресу Кунгей, вторая очередь, не поступало. Таким образом, бесполезными остались кубометры проточной чистой воды. Наверное, это и явилось главной причиной беспокойства жителей Кунгея. Район Кунгей, в народе дворянское гнездо, сегодня с трудом можно назвать элитным районом. Здесь нет дороги, не ходит ни один автобус, центральный водопровод в аварийном состоянии. И так уже 10 лет жители поселка не раз пытались починить трубу своими силами. Но, похоже, самостоятельно им не справиться. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.